Всем привет! Сегодня 9 июня, и у нас предстоят большие дела. Сейчас я вам все расскажу. Вот эти товарищи сегодня едут на прививку. Это еще не все, двое дома. У меня нет третьей переноски, я их так в руках занесу в машину. А так пока по двое сидят, быстренько съездим. Но сначала я заеду на свой укольчик. Все, мы уже в машине. Персика с Кузей тоже занесла. Кузя куда-то спрятался. Видно, нет? Кузя где-то под сиденьем сидит. Сейчас быстренько съездим, сделаем прививку. И спокойно можно будет тоже в деревню везти. Без прививки от бешенства я их в деревню не вожу. А вот и Кузя вылез. Все в сборе. Мяучит, я не пойму кто. Кузя, что ли? Кузя мяучит. Тут, оказывается, три котеночка у них. Это девочки. Все черные. Ну, маленькие. Месяца по два, наверное, полтора им. Ну, по два даже. Такие пушистики хорошие, пугливые. Не смогла я сделать сейчас себе укол, потому что этот кабинет закрыли и сидят там внутри, что-то делают, не знаю. Хотя у них еще пока рабочее время. И вот что-то они там делают. И в графике не обозначено, что они там, ну, уборка там или что. У них должны быть сейчас приемы. Ну, они закрылись и очередь за дверью. Придется съездить на работу на укол. Четверо пока сидят, двое в машине. Здравствуйте. Ну все, я оплатила, выхожу. Сделали, проделали огромную работу, можно сказать. Я же это все сама таскала, они тяжелые. Вот это надо сейчас убрать. Вот это персика так стошнило. Ну, короче, ему со всех сторон было плохо. Вот он сейчас сидит вон там. А Кузя где-то куда-то забился. Сейчас уберу здесь и поедем. Извините, конечно, за подробности, что такое показываю. Ну, как есть, уж так есть. Все, едем домой. Персик там лежит. Испытывает позывы. У меня работает кондиционер в машине, потому что очень жарко сегодня. Еще и тополиный пух летит, все в глазах у меня. В общем, кисульки сидят. Да. Ну ладно, так не видно. Не учат. О, какая картина. Ну все, приехали. Вылезаем по одному. Машина впереди идет. Надо дверь скрывать. Одну партию занесла. Так, иду за второй. Ой, где у меня ключи от машины? Машину надо помыть сегодня. Лишь бы не выскочил Кузя. Не выскакивай. Сейчас я сначала рыжика. Тихо-тихо, сейчас. Этих закрываем пока. Этих двоих несем домой.
тяжелые, блин, здесь 12 килограмм у меня в руках. Так, и этих по одному сейчас надо, чтобы не разбежались. Кузя, ты первый пойдешь? Пойдем, мой хороший. А, спрятался. Что-то лапки мокрые. Написал, что ли, где-то. Персик, а ты тогда. Кузя, вылезай. Ой, спрятался мой зайчик. Ну, давай, вылезай. Домой пойдем. Стресс. Иди сюда, Кузенька. Кс-кс-кс. Сейчас достану. Кое-как достала. Все, мы домой. Все, мои котики дома. А я поехала на работу, на укол. В процедурный кабинет на работе. Там есть у нас, как его называется, медпункт. Осталось сделать 2 укола сегодня и завтра. Спрошу, может быть, мне завтрашний укол тоже сегодня можно сделать. Ну, а вдруг так можно? Хотя не зря, наверное, их назначили через день. Что-то мне завтра не хочется сюда приезжать в субботу. Ладно, посмотрим. Если скажут, что можно, то сделаю сразу 2. Все, я уже иду обратно. Сделали мне сразу 2 укола. Завтра не придется приезжать. Ну, она сначала сказала, что так нельзя. Потом я говорю, что мельгам мы делали вчера утром в 7 утра. Она такая, ну, тогда давайте сделаем, тогда можно. Вчера делали в 7 утра, сегодня уже 5 вечера. В принципе, время прошло достаточно. Вот. Сделали и диклофенак, и мельгаму. Так что завтра буду спать. Отдыхать. Завтра у меня тоже выходной. Работа только послезавтра, с утра. А сейчас у меня в планах помыть машину и съездить в Ленту за продуктами. Сегодня пришла зарплата, надо немножко затариться. У нас кончилось все мясо полностью. Кошкам, если там будет по акции что-нибудь надо прикупить. Я не стала сегодня заезжать через шлагбаум, вот этот вот, там, потому что нужно пропуск прикладывать. Я не хочу, чтобы знали, что я приезжала. Вот. Поставила вот здесь вот на стоянку. Она до шлагбаума идет. Ой, сосульки бегают. Ой, как их много. Смотрите. Целое семейство. Ой-ой-ой. Знаете, и спрятались в дырку. Такие смешные. Сколько их там? 1, 2, 3, 4, 5, 6. И один убежал. Севера. Ой, там не видно. Короче, там одна кучка вон там подальше. Там четверо. Здесь поближе, около норки, двое, и один туда убежал. Прикольно. Греется на солнышке. Такие смешные. Вон они, три мордочки торчат. На максимальном уже приближении.
тут куда-то один тоже делся, бежал. Четверо было, потому что. Тут вот мордашки. Сидят. Ой, такие лапочки. А там у них еще одна норка. Такая автомойка у нас. Стою в очереди. Сейчас, когда откроются ворота, вот этот автомобиль заедет. Потом, когда другие ворота откроются, я заеду. Здесь кафе. Ой, где оно там название-то было? А, с той стороны осталось. Вон там. Вот такая у меня грязная машина. Это вот когда на работе на стоянке оставляю. Там, ну, летит что-то, я не знаю, какая-то жидкость летит. В общем-то, такая машина грязной становится. Очень яркое солнышко. Смотрите, как у меня засвечивает лицо. Сейчас, пока кошек возила, ну, персик уже плохо было, и в машине сейчас тоже запах стоит, надо и внутри салон тоже помыть. Так что, ой, как с вами поговорить-то? В общем, мойка предстоит грандиозная сейчас. Тоже почистили, помыли мне машину, все протерли. Я заказывала, ну, то есть оплатила с внутренней чисткой тоже. Вон игрушки все сложили в одно место. Все пропылесосили, все почистили. Вот тут что у меня такое? Грязь какая-то осталась. Непонятная. Ну ладно. Так-то все чистенько, молодцы. Вот эта мойка мне нравится. Здесь. А раньше я ездила в другую автомойку, там вообще не дочищают, не домывают. Теперь я поехала в Ленту. Уже солнышко садится. Так долго мыли мне машину. Ну, зато чистенько вымыли. Набрала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 кучек по 6 штук. Это на 7 дней. По 20 рублей 90 копеек. Или такой вот. Вот такая цена сейчас. Вот этот сейчас не беру, потому что немножко проблемы она создала ему с ним. Короче, набрала еще огурчики, помидорчики. 2 творога взяла. Колбаску вот такую. Такое мясо по 289, ну, по 290, может сказать, за килограмм. Ну что ж, распаковку делать не буду, вот чек вам покажу. На 4700 у меня вышло. Мясо, свинина, окорок без кости. По 289,89 фокусируется. Ага. Вот такая сумма у меня вышла. Остальное корм и немножко продуктов. Буду на этом с вами прощаться. Большое спасибо, что вы со мной. Спасибо, что смотрите. Кстати, на Яндекс.Дзен начала тоже выкладывать, ну, в смысле, продолжила выкладывать свои ролики. Теперь буду делать это регулярно, потому что с телефона намного проще все загружается, очень быстро. С компьютера я замучилась их загружать,
Ну, кстати, знаете, вот как-то не продумано там с комментариями. Я не все комментарии сразу могу найти. Какие-то вот сегодня просматривала, увидела, которые год назад уже писали. Ответила на них. Большое спасибо, что пишете комментарии. Кстати, я подключила там монетизацию на Яндекс.Дзен, и у меня уже 5 рублей. У них такая интересная система. То есть они начисляют оплату блогеру за просмотры его роликов. То есть чем чаще просматриваются ролики, тем быстрее начисляются деньги. Ну, то есть тем больше. Соответственно, если выкладывать чаще, то и показы будут чаще. За показы, за просмотры, вот именно так у них идет монетизация. Поэтому, надеюсь, дело пойдет. Спасибо вам за активность. На этом буду с вами прощаться. Всем пока. Спасибо за просмотры. До встречи в следующих роликах.